ंसव्यं परिवृत्तपत्रकमलैर् दिव्यैर्जगत्करानैः विश्वुत्किरणम् अनिकनिलयाय स्वछन्दमत्मी च यतयुतं पदशम्भवं तु चरणं दीपङ्कुरग्राहिणं प्रत्याक्षारविग्रहं गुरुपदं द्यै द्विभुं शाश्वतम् Дьянамурам Гурур мурти, Уджамурам Гурурпадам, Падам, Мантрамурам Гурвакям, мокшамулам гурур Крипа. Всех приветствую! На прошлые мои видео есть несколько комментариев в виде вопросов. Я выбрал наиболее интересные, актуальные, какие-то там удивления как хорошие, так и нехорошие. Смысла их разбирать нет. А вот ну, те, кто ко мне относится с пониманием и позитивом, тем, конечно, спасибо. Благословение вам. Но я, наверное, отвечу на вопросы. Зачитаю некоторые. В неварской тантре очень интересно, какая у нее философская база. Из чего состоит, если можно? Какое сходство со Шревидий? Благодарю. Ну и может быть сразу другой вопрос. Зачитаю сейчас. В принципе, я бы мог на этих двух и остановиться. Дубянский в последнем выступлении рассказал, что вы не верите в Маха Аватара Бабаджи. Я считаю вас его самыми креативными учителями. Ну, Индия вообще креативная. Объясните, почему не верите. Да, я с ним знакомый, мы общались, и отношусь с большим уважением к его пути, к его поискам. Даже все время написал комментарий, если я хорошо помню, то это была книга, посвященная Саи Бабе. Он был переводчиком Сай Бабы. Вот. Ну и мы так общались тоже. Вот. Это не совсем так. Вот верю я, не верю. Лично я предпочитаю, хотя так рекомендовано традиции, общаться с живыми учителями. Там больше есть фактов. А когда я чего-то не видел, то я не могу говорить, что я вот в это верю или не верю. Это будет э, не совсем как бы честно. Вот э, скорее как-то вот так. Ну, давайте так, я вернусь к этой теме еще. Поговорим немножко о тантризме, о теме Шривиди, Кубджики. Ну и, наверное, в связи с этим стоит еще и немного рассказать о Кали-Видии. В тантризме тантра – это путь трансформации своей мирской природы в духовную. И тантру можно перевести как технику, можно как доктрину также, можно как текст. То есть много значений, посредством которых происходит такая трансформация. Трансформация – это пробуждение нашего духовного потенциала скрытого. То, что во многих индийских традициях и западных объясняют как новое рождение, духовное рождение. Иногда даже так, что человек вот рождается для духовного мира, и он умирает для материального, эфемерного мира. То есть не значит, что он из него исчезает. Бывает и такая тоже реализация, однако. А скорее он иначе это все воспринимает, иначе с этим миром взаимодействует. И тантра как техника, она может быть связана и с йогой тоже. И что такое техника? Техника это то, что состоит из нескольких элементов, то что собирается в какую-то систему. Элементы вместе соединяются, и вот эти соединения это есть йога. То есть если нет йоги, то нет и механизма, нет структуры. И то как мой гуру уже говорит, что вот если йогу понимать в таком контексте, то тогда здесь нет противоречий с тантрой. И в йоге мы также используем различные методы. И тантра, она полностью пронизана йогой. Но йога, она, это более тонкий уровень, более глубинный. Поэтому, конечно, чем глубже уровень, тем он сложнее для понимания, особенно людей, ну, таких приземленных людей больше все-таки тянет именно к миру феноменов. Феномены бывают там, где феноменальная реальность, там существует, естественно, и двойственность. Двойственность ⁇ это норма для этого мира. Это очевидный факт. Здесь есть вечное, невечное, приятное, неприятное, черное, белое, ну и так далее. Это неизбежно. Это факт, на который нужно открыть свои глаза. Соответственно, есть тантрические направления, которые начинают с какой-то одной из полярностей. То есть, есть божества тантрической традиции, которые называются угра. Как правило, они такого темного цвета, но не всегда это так. Это вот кали, махакала. Такие божества, ну если мы говорим о женских Тара, да, то есть Чинамаста, протянгира, какие-то формы отчасти Дурги, отчасти Кали, например Чамунда и так далее. И есть, то есть это называется Уградеваты. И есть божества, которых определяют категории Саумия. Саумия это благие. Это связано с процветанием, с плодородием, богатством, с красотой, с комфортом. То есть, если, например, Кали это богиня мест кремаций, где разрушаются мирские привязанности. Вы, кстати, это можете увидеть и в других традициях в западных, например, в христианстве, если вы посмотрите одеяние схимников, там череп, кости, то есть человек умирает для этого мира. То есть это действительно очень высокие уровни отречения. И вот Кали, этот культ, он на этом и сосредоточен. Есть то, что известно как Шри-видья. Шри – это обилие, это процветание, это богатство. Видья – это знание. То есть Кали-видья – и Шривидия. То Кали Видия – темная богиня, Шри Видия – Валита Трипура Сундари, играющая богиня, прекрасная. Это богиня света, это богиня красоты, Сундари, да, так и называется. Это богиня царственности, то есть она собой символизирует такие вот самраджью, да, богатство, владычество такое. То есть богиня королей, также с кшатрией именно связана, с властью. То есть она богиня света, но чаще ее все-таки соотносят с красным цветом. И это огонь, это свет, такое как бы цветение света. Да? Для большинства людей вот эти две полярности, они находятся в диссонансе. Что бы человек ни говорил, он не может одновременно, если он недостаточно подготовлен, не испытывать какой-то турбулентности, какого-то шока, если он, допустим, очень любит лакшерную жизнь и сделать для себя нормой, например, места кремации. Вот. А есть люди, которые вдохновляются от мест кремации. И они считают, что вот эти все благостные, такие вот всю-всю мусю, да, добренькие, светленькие, чистенькие энергетики, да, это все такой детский садик для них, то есть это они считают, что это все для таких вот слабеньких людишек, то есть есть такое восприятие, да, но на самом деле, несмотря на то, что большинство тантрических направлений и их гуру, они говорят, что нежелательно одновременно начинать с этих двух направлений. То есть сначала вы должны саккумулировать в себе свет, огонь, который расширяется на все мироздание, и почувствовать вот через эту широту, через расцветание вот этой энергии, обилие каких-то объектов, каких-то пространственно-временных точек, благодаря которым вы можете постичь природу времени. И постигая эту природу времени, вы получаете Даршин Кали. То есть через свет вы можете выйти к темной богине Кали. То же самое может произойти, если вы идете путем Кали. Как это понимать? Кали, несмотря на то, что ее изображают темного цвета, в принципе, она переводится скорее как «время». Все-таки чаще всего это имя от Кала, то есть то, что можно подсчитывать. Подсчитывать вы можете только тогда, когда есть принцип формы. Когда происходит какое-то движение, да, тогда и происходит «время». Но движение возможно тогда, когда есть формы, есть какие-то пространственно-временные характеристики. Формы, они не могут быть все только темные. Значит, они могут быть разных цветов, разных варн. Соответственно, те, кто идет путем кали, они понимают, что все есть кали для них. То есть все божества, они являются кали. В таком случае они говорят, что это не совсем точно говорить, что калия она только темная. Например, трипура сундари для них может быть как ракта калия, то есть калий красного цвета. Матанги может быть шьямала, может быть такого облачного цвета. Думавати может быть дымчатого цвета. Дума. Тара может быть э, нила э, синего цвета. Багаламукхи, она может быть питакали, желтого цвета. То же самое там Камалатмика, она может быть такого золотистого. И так далее. То есть э, белого цвета какие-то богини могут быть. Они имеют формы. И все формы существуют во времени. Но все формы, они... Э, исчезают рано или поздно, поглощаются, они все поглощаются в кали. Соответственно, те, кто идут через кали-кулу, через вот этот культ тантрический, они получают тоже соответствующие передачи, соответствующие крамы. То есть они могут сначала от гуру получать эко-кшари-мантру, известную, да, вот мантру. Крим, мантра Кали, Значит, и тогда они медитируют на Кали, которая находится на одном Шмашане. Потом могут получать мантру из трех акшар, то есть Кали из пяти, да, то есть она, она может быть так, кто имеет три Шмашана, три места кремации, пять э и так далее, там девять, там и так далее, то есть дойти до доходит до 22 двух тогда она как бы такая пурна рупа, дакшина кали. После этого она проявляется в виде десяти шмашанов, да, там она, ну, вернее, это может быть и раньше, десять шмашанов, там сто тысяча, десять тысяч и так далее. Лак, один лак шмашанов. Соответственно, уровень силы той или иной формы, зависит от того, насколько сильная трансформация происходит. То есть нарастает сила, нарастает шахти. И вы постигаете все больше и больше, большее многообразие. То есть через Трипуру Сундари может происходить этот процесс и через Кали может происходить. Кубджика, она в себе сочетает и то, и другое. Кубджика – это тоже богиня. Вот эти богини, фактически, они собой представляют какой-то особый культ со своей системой передачи посвящений, практик. Каждый из таких культов подразумевает то, что любая такая богиня, она может в себя вмещать всех остальных. Иногда бывает так, что какие-то тантрики, они могут получать посвящение и в одной куле, и в другой куле, или даже в нескольких. Я таких знаю немало учителей, но кто-то может считать, что и одной достаточно. Таких тоже немало, которые вот придерживаются только одной. Кубджика, то есть если вот эти два культа, Шривидия и Каливидия, Шрику или Калику, такие наиболее популярные, наиболее известные, они до сих пор сохранились в Индии и Шри-Виде, можно сказать, в техническом плане, наверное, по количеству технических элементов ритуальных превосходит все остальные. То есть здесь я, наверное, это не будет преувеличением такое сказать. Хотя, например, Кубджика, она тоже очень оригинальная, там тоже очень много... Ритуалов тоже очень много мантр, там тоже есть свои амнаи. Когда-то эта богиня она почиталась и в Индии, в разных местах, в Камаке, в Бенгалии, много где. Вот. Но постепенно культ куджики в Индии сошел на нет. И я бы немножко хотел об этом поговорить. Хотя тема обширная, на данный момент больше всех ну, вот, исследований. В этой области провел Марк Дичковский. Я с ним лично знаком. Я думаю, что наша встреча была не случайной. Мы с ним неоднократно встречались в Индии. Потом, я помню, вот он приезжал в Австралию сюда один раз. Мы пересекались там в Мельбурне. Ну, очень своеобразный человек, ученый известный. У него свой путь. Он ученик с вами Лакшманджу. Был такой в Кашмире гуру, который популяризировал кашмирский шиваизм. Насколько эта традиция сохранилась, это, конечно, отдельная беседа. Конечно, как такой стройный культ, как система передачи, там есть проблемы серьезные. Том, что действительно там парампы прерывалась, плюс, ну, действительно, культ существовал в Кашмире. При этом мы должны понимать, что когда вот это говорят «кашмирский шиваизм», то чем больше вы будете копать эту тему, тем больше вы будете понимать, что термин несколько путанный. Потому что и культ Кубджики, и культ Кали, и Шривиди, и даже там копали Каламухов и даже Шайва Сиданта, они так или иначе были связаны когда-то с Кашмиром. То есть Шайва Сиданта, а, например, агамический шиваизм, который сейчас в основном существует на юге Индии, то есть агамы – это шайвагамы, откровения, которые получены были различными сидгами и изложены очень структурно, в виде таких пада, таких разделов, там крия пада, чарья пада, то есть каким принцип, как системы поведения, да, какие должны быть у последователя данной традиции, там какие обряды должны проводиться, йога пада, это созерцательные методы, и гьяна пада, то что постижение атмана природы Шивы, все очень структурно. Но когда-то данная традиция, она тоже была в Кашмире. И когда мы говорим «кашмирский шиваизм», то есть вполне термин мог бы подойти и под шайва седанту Или, допустим, ну, под, под Каламукхов легко. Тоже они почитали Махакалу, почитали Байрову. Но это все не одно и то же. Под кашмирским шиваизмом обычно подразумеваются Сори, что я немножко отклоняюсь. Я, я, я не отклоняюсь, потому что все это очень связано. И я сейчас попытаюсь объяснить, как. Обычно вот сейчас его очень много популяризирует кашмирский шиваизм. Подразумевается учение трика, трика шасана, то есть учение, доктрина богиня, трика, пара, 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 апара, да, то есть в трех формах апара. Когда богиня проявляется на относительном уровне, то есть тот, который мы можем воспринимать в двойственном мире, да, то есть можем воспринимать нашими органами чувств в виде какой-то формы, пара – это та, которая за пределами проявленного уровня, но она собой пронизывает, то есть есть непроявленный, но она собой пронизывает проявленный уровень тогда она известна как парапорт то есть она в себе сочетает и тот и другой уровень, и вместе ее называют трика. Вот и есть еще четвертый ее уровень ануттара, да, который все все три объединяет. Вот эти три уровня, очевидно, что они э, повлияли на культ э, также Шривиди, да, известный как Трипура Сундари, то есть как бы красота трех измерений. И она известна как Камешвари, как Камакала. До сих пор в культе Кали известная такая форма Камакала Кали. Это последняя форма Кали, которую почитают на самой высшей форме инициации. И тогда Камакала Кали, она становится Камешвари, тождественной Трипуры Сундари. Когда мы почитаем Шодыши, Махашодыши в Шривиде, она также постепенно превращается в дургу, раджа раджешвари, вот, как мне говорил гуру Джирамеш Чандра Шарма, то есть она королева, она восседает на симхасане, она ездит на льве. То есть лев – это символ такой царственности, власти, самраджи. Отсюда и такие системы передачи, как самраджи, Дикша. То есть когда она более высокий высокий уровень посвящения там где Дурга там и Кали автоматически потому что Чамунда Кали она проявилась из третьего глаза Дурги из ее гнева Дурга она такая ну, по своей природе несколько помягче чем Кали То есть, там больше такая вот заботливая мать да хотя она иногда бывает тоже в такой грозной ипостаси, то есть она тоже может быть разрушительной. Вот есть известный текст Дурга Сапташати или Деви Махатми. То есть я думаю, что многие в теме, что это за текст, я сейчас не буду отклоняться, погружаться далеко в разбор этого всего. Ну вот культрики был, также культ Кали Крамы, то есть это представление о Кали как процессе потому что время это процесс и духовное развитие такое вот как бы цикличное развитие, где вы посредством объекта постигаете себя субъект внешнюю реальность вы воспринимаете как средство для личной духовной эволюции, то есть это такой круг, да, то есть из объекта субъекта и праманы, да, то что соединяет их то есть, получается тоже три элемента, но это как такой круг. То есть, три элемента еще делятся на четыре, и получается двенадцать форм кали. Два дыша кали, иногда там трое даша, там тринадцатая, которая объединяет. В общем, это известно как одна из ранних тантрических традиций Крама. К этой традиции имеют отношение такие учителя, как Басугупта, Чемараджа, один из них наиболее известный — Абинава Гупта. компилятор, то есть он собрал огромное количество знаний, которые были раскрыты другими учителями, и вот объединил, написал известную там Тантралоку и массу других текстов. Ну, вот, Тантралока, пожалуй, такой развернутый. Это вот, пожалуйста, вот есть на хинде. Ну, я знаю, что Марк Дичковский, он вроде как перевел, потому «Тантролог», а там еще есть комментарии Джая Радхи, то есть желательно переводить именно с комментариями Джая Радхи. То есть там встречается очень много интересного. Какие-то из этих учителей, тот же Джая Радха и ряд других, они писали не только комментарии, допустим, к «Тантрологе», но и каким-то тантрам, которые связаны с «Ишревидьей». То в себя очень много вобрала, точно так же, как и Кубджика, и кали Калевидия в большей степени сейчас популярна в таких районах Индии, как Бенгалия, то есть там Кали особо почитаема, вот, Камакхи. Но Кали есть какие-то свои формы Кали, например, Бадра Кали, которая тоже это особый культ в Керале. Но, насколько я знаю, они... Я боюсь ошибиться. Не буду здесь столь категоричен говорить, что они не посвящают иностранцев. Но то, что я слышал вот по тому, как туда приезжают разные искатели, да, попытки там пройти посвящения какие-то. Ну, хотя несколько историй я знаю. Опять же, да, то есть здесь действительно не надо быть категоричным. Всякое может быть. Тут зависит, наверное, от человека. Вот. И там Бадракали, она соединяет в себе также Трипуру Сундари, то есть она почитается в Шриянтре, там тоже Шриянтра очень почитаема, которую, как правило, связывают с Шривидией. Но, как вы знаете, Кашмир довольно быстро был завоеван мусульманами, и, соответственно, они там устраивали террор, и многие брахманы, многие гуру, они бежали оттуда, мигрировали кто куда. Часть на юг Индии, часть на восток, какая-то часть в Непал. И Кубджика, почему Марк Дичковский, насколько я знаю, у него какие-то польские корни, но он родился в Англии он серьезно заинтересовался этой богиней. Они упоминаются в Пуранах, такие как Агни там, и ряд других Пуран описывают ее историю. И также немалое количество текстов, что делает вполне очевидным, что это был отдельный культ Кубджики. Довольно обширный, который в себя очень многое включал. Но постепенно он сошел на нет в Индии. И вот Дичковский стал исследовать эту тему и написал э, несколько трудов. Ну, Наверное, он больше всех копнул эту тему, ну, судя по всему. У меня есть основания так считать, потому что, ну, я сейчас объясню. Нет сомнений, что он действительно серьезный специалист в кашмирском шивоизме, серьезный исследователь. Но, как вы знаете, что вот в кашмирском шивоизме какие-то тексты не сохранились, какие-то системы передачи не сохранились. И вот эти мантры, например, богини Трика, они сохранились в Кубджике, но сам культ Кубджики в Индии фактически исчез. Однако он сохранился в Непале. И Дичковский, он ну, написал, по-моему, три книги. Последняя это была «Манхана Байрова Тантра. Этот текст. И однажды, я помню, нему как-то заехал в гости, там, вот, где Нара Дагат в Варанасе, он там живет, у него там дом, то есть ну, ему повезло, я думаю, что в хорошем месте. Вот. Обычно иностранцу сложно там приобрести какую-то собственность. ему у него есть такие заслуги определенные перед Индией, он там много исследовал, копал все это дело. Как-то я помню, к нему приехал, и мы стали вот общаться, и как раз на тему кубджики мы стали говорить я стал спрашивать вот какая связь кубджики с другими тантрическими культами и у нас так большая получилась беседа я говорю что а известны ли какие-то учителя он говорит Да известен Гуру в непале и назвал его имя кедр но я как-то не запомнил то есть я понял что он в непале он, он не сказал где он находится он только сказал, что вот он ездил в Патан, он ездил в Бактапур. Ну, как-то, я думаю, ладно, потом как-нибудь переспрошу еще. Но мне это стало очень интересно. И я несколько раз был в Непале. И вот после вот этого общения как-то так сложилось, что мы поехали с учениками в Непал. К тому времени я уже практиковал шривидию ну, достаточно глубоко. Мы поехали в Непал, посетили там Ригастали. В Непале я был в разных надховских местах. Например, вот Чонгера Мандир, там долина Данг, известный храм. Потом есть э, другие храмы, например, там где Горка, такая деревушка, где живут семейные надхи. Ну, вот у них те же посвящения, что и в Индии получаются нясины. Но они все равно семейные, то есть они через семейную линию это все передают. Ну, в Непале в основном это так. И в Ригастале, недалеко от Пашупати вот. И мы решили съездить в Бактапур. Уже оставалось всего там пару дней. И я, и еще пару учеников, мы поехали в Бактапур. Ну и вот мы приехали туда, ходили по этому прекрасному городу. Я как-то устал, то есть я... Там есть копия храма Пашупатинатха, вот как Пашупатинатх есть в Катманду, местный король храма богини Таледжу, там есть вот где центральный сквер, да? это не так далеко от храма Сибилакшми Лакшми богини и Бадракали, там тоже Бадракали, но это не стоит там путать с Бадракали, ну. На самом деле все там, конечно, переплетается, но со своими какими-то особенностями. Толетжу они не пускают иностранцев, но мне повезло, потом я все-таки посетил место. Внутри как бы ничего такого особенного, но энергетика очень сильная там внутри. То есть неварские брахманы, они там проводят свои обряды и проводили для короля, кто имеют посвящение тантрические именно неварские тантрики. Причем я хочу ну, как бы заметить, что те, кто почитают Шиву, Вишну, ну, вот эти все индийские божества, я не люблю этот термин индуизм, да, там санатана дарма, да, вот кто следует санатана дарма, там есть несколько категорий. Не все они являются неварцами. То есть некоторые относятся к другим каким-то обществам. Так вот, Кубджика почти мамная, она почитается именно среди неварцев. И есть другие храмы тоже, там Ганеши, Хануманы, Вишну, там самые разные трипуры, Сундари, да, которые Кали почитают. Но это не обязательно неварские, они тоже могут быть тантриками. Там тоже есть разные тантрические общества, которые тоже практикуют тантру. Есть буддисты также. Есть э, йогины, да, там надхи тоже. То есть это вот, в, пожалуйста, наиболее известный храм Ригастали. Ну и другие, которые я перечислял. Вот. И мы ходили по Бактапуру, я смотрел на этот храм по Шупатинадха, там изображены какие-то эротические, но ну, это больше похоже на порнографические, наверное, да? изображения. И тут какой-то гид, ученики взяли какого-то гида ну и он там ходил рассказывал что-то а я у него когда спросил про эти изображения под крышей вот этого храма пошупатинадха по и говорю почему, почему это такие своеобразные изображения там ой, как бы групповой секс там изображен он, после того, как он мне ответил, я понял, что я больше с ним ходить не буду, слушать, что он там несет, я не стал. Он говорит, что ну, это просто специально сделали из такие изображения, чтобы популяция вот, не пальцев, она размножалась, чтобы это вот, вдохновляло как-то на размножение. И, в общем, какой-то размножалось, если там тройничок такой изображен, да, причем этого много, да, ну, в общем, я понял, что он просто ездит по ушам, да. И как-то я... Как-то все это... Ну, неохота было все это дальше слушать, да. Я говорю, ладно, ну, походите, может быть, еще там я где-нибудь посижу. Говорю, да-да-да, хорошо. Ну, вот он меня посадил. Я у него спросил там про богиню Кубджика. Вот. Ну, он, конечно, ничего не знал. То есть, он вообще, то есть, ноль, да. И вот он там какой-то храм был связан с танками. Я говорю, давайте я здесь посижу, вот просто вот, вот где крылечко, так отдохну, я реально очень устал. Еще вот он, этот гид, он несет какую-то пургу, да, вот, и все вместе это как-то вот мне, ну, ну как-то тяжело стало от этого всего. То есть просто мне, когда начинают ездить по ушам, да, у меня сразу отторжение, когда ну, несут галиматью какую-то, да. Думаю, я лучше вот, просто посижу, отдохну. Тут какой-то пацанчик ко мне подходит, такой, может, лет ближе к 30, наверное, но выглядит так молодо. Я так понимаю, что он владелец этого магазина, где вот эти вот изображения продаются. Он говорит, может, изображение, я говорю, посмотришь. Я говорю, ну, что мне смотреть, мне неинтересно, это не, не то, что я ищу там. И он говорит, а что ты ищешь? Я говорю, ну, вот я божеств там разные... Говорит, ну пойдем, пойдем, я тебе покажу. Я говорю, ну слушай, ну это же буддийский, говорит, ну да, я лама, о, лама, интересно, а как это? Ну, я с детства учился, там отучился на ламу, вот, и традиция нингма, о, интересно. А, ну, я думаю, ладно, хотя бы про, поговорю о, о тантрическом буддизме, раз как бы с кубджикой не получается, да, поговорю, позадаю вопрос, я там его про Закчен стал спрашивать он там да-да-да, но у нас это только лам учат, то есть это вот там все очень серьезно, только ламы это практикуют. Я говорю, хорошо, да. Ну, меня вот, он говорит, а, вот, а тебя-то что интересует? Я говорю, ну вот интересует там одно божество. Вот он говорит, что ну, ты знаешь, я могу пригласить священника из храма Бадракали, и, может быть, он знает. Хорошо, ладно, ты посиди, пока здесь, подожди. Он говорит, не, не, не бойся, я не буду тебя там разводить на бабки, не надо тебе ничего покупать, просто ну, отдыхай. Я вижу, что ты устал. Ну, я уже как-то уже, да, я уже как-то нормально. То есть, ладно, хоть про Закчен, про нингма поговорили, и то как-то хорошо, думаю, хоть, хоть что-то там, да, ну нормально. То есть, вот он пошел туда, приходит со священником. Ну парень его зовут Викрам, посидели, он принес какую-то книгу и стал показывать какие-то изображения, названия. Говорит, вот это божество нет, говорит, вот это нет. И он Говорит, что, а, а, говорит, откуда ты это узнал? Говорит, да, вот у меня друг тут э, был в Непале по происхождению из Англии, а я не знал, что Мардичковский он именно в Бактапуле был. Я, я даже этого не знал. Не, я знал, что он был в Бактапуре, ну, фиг знает, может, он с Кедараджем общался. Может, это где-то в Катманду, там, да, без понятия, да. Говорю, ну вот из Англии, такой вот, говорит, он вот с белыми волосами мне, говорит, священник, говорю, да. Такой, ну, возрасте уже да, да-да-да-да-да. Он играет на ситаре, там, да, да-да-да-да-да-да. Ой, так я его знаю, да, он здесь был, он здесь жил, там, езжал, я говорю, а. А может, ты знаешь, вот э, тот гуру, с которым он общался, говорит, да, да это же вообще вот здесь, вот, вот, сейчас вот немножко тут надо пройти, тут буквально там 15 метров. Я говорю, так пошли. Я ему говорю: пошли, пойдем, сейчас познакомлю. Я прихожу туда. Дом такой хороший, да. Ну, видно, что в солидном месте, в таком прямо все там, вот, все оттуда прям видно, да. Захожу на первый этаж, там, ну, у него там три-трехэтажный дом и Гуруджи Кедарадж спускается, Кедарадж Раджападьяя. Ну и мы там с учениками, как только его увидели, сам вид, ну, ну видно, что это вот Брахман такой, глубокий Брахман, да, просто по самому виду. Он, да-да-да, мы так разговорились, ну, он говорит, ну, пойдем то ко мне домой туда, на второй этаж, там посидим. Вот, жена его Сарасвати, да, то есть, ну, в Шакте, там семья чаек там быстренько там сообразили, начали пить чай, и все, и завязался разговор с ним. Я стал спрашивать про эту богиню, про он стал рассказывать. И тут такая ситуация, что получается, я тогда жил в Южной Корее, ну, временно, да, и у нас был билет, был билет буквально на следующий день. Надо было вылетать уже там под утро. Я думаю, вот блин, вот, вот какая досада, да, вот тут надо общаться, да, и уже вылетать надо. А отменить там нельзя было, то есть там нельзя было сдать билет. Ему понравились мои вопросы, наш диалог такой очень серьезный, сразу прям начался. И я ему говорю, что нормально, если ну, мы обменялись там телефоном, там, ну, телефонами, данными, а нормально, если я... Ну, еще раз прилечу, и мы будем ну, больше хочу пообщаться. Он говорит, да, да, конечно. Поговорили про Дичковского. Ну, он сказал, что Дичковский, он дал много, мы с ним много общались, и в Англии он вообще как выяснилось, кедарадж Альджападя. Раджападья это именно Брахман, сословие Брахманов, да, которые очень высокого титула там в Непале. вот именно среди неварцев. Там есть Кармачари, там есть разные священники, там вот есть Джоши, да, которые астрологи, потому что там благодаря астрологам ритуалы, ну, астрологии зависит весь ритуал, и все они могут кому-то что-то передавать, а вот всем абсолютно могут передавать Я и Дикши. Ну, я слышал от Дичковского, что они не посвящают иностранцев, поэтому я не особо там на что-то там рассчитывал, но оказалось все намного лучше. В моем случае, по крайней мере. И он сказал, что давайте я приеду еще. Я прилетел в Корею и сразу же стал искать билет обратно. Я позвонил еще раз Гуруджи Кедрараджу. Вот он сказал, да, да, прилетай, там давай. Там есть определенные условия для посвящения, потому что ну, я не могу про все рассказывать, к сожалению ну, не имею права. Вернее, как, у меня достаточно прав есть, да, но потому что я, у меня есть порная бишек. То есть, и фактически единственный из его иностранцев, у кого порный бишек. Ну, еще одна там женщина тоже, она тоже ну, моя ученица. Я к нему приехал еще раз. Два месяца непрерывно я с ним общался. Каждый день по много часов мы сидели, общались, общались, общались. В конечном счете он мне сказал, что переезжай ко мне сюда жить, в дом. Я говорю, ну, мне же надо там в ресторане, там еду какую-то. Он говорит, нет, с Сарасвати будет готовить, все нормально. Ну, в общем, в конечном счете он согласился меня учить. Мы общались на многие темы, и конкретно на тему кубджики. Потом, как выяснилось... Дичковский, он очень много от него подчеркнул но, насколько я знаю, он не получал никаких передач. Он просто вот у Падэши, да, просто знания получал. Благодаря этому, ну вот, если вы посмотрите его труд, такой известный Ман, Байрова Тантра, да, вот там он про Гуруджики Дараджи упоминает. Гуруджики Дараджи, он был, ну он хорошо ориентировался в западной среде, он жил в Америке пять лет есть такой доктор Леви, он его приглашал, он жил пять лет также в Англии. Я точно не помню, чем он занимался, но, в общем, он при университете проводил лекции. То есть они его пригласили вот с такой миссией. Очень глубокий человек, очень многое знал, ну и практик тоже. То есть это вот такое сочетание знания и практики. Мы с ним много общались, и в конечном счете мне захотелось его пригласить в Россию. Я его приглашал. Мы даже фотографии вот есть у нас в журнале, когда мы издавали журнал Адыш. Там есть с ним, с его женой Сарасвати да, его шахте. Очень такая добрая, такая позитивная женщина. Вот она всегда улыбается, и ну, очень душевная. Это были, конечно, прекрасные времена, но, к сожалению, когда были времена этого, как бы сказать, помягче-то, чтобы YouTube не удалил. Ну вот когда вот эта вот истерия там началась в 2020 году, ну, мы созванивались с Кедараджем, У меня было очень нехорошее чувство, что что-то может произойти. И он оставил этот мир. Я даже не смог поехать туда. Австралия закрыла свои границы. Ну, творилось просто... За этот период там просто много произошло таких... Я просто об этом всем не рассказываю. Почему я... Да я не побоюсь этого слова. Понимаете, как хотите там. Можете думать, что я не духовный там и так далее. Но я это все вот просто возненавидел, всю эту фальшь, всю эту мерзость, которая творилась, гуру оставил тело, и я не могу приехать, да, то есть на вот это антишке Санскару, да, когда там, в общем, ну, он ушел из мира, то есть там проводят обряды, а границы закрыты, ну, наглухо просто. У него есть два сына, один он, я так понимаю, что он. Мы с ним общались там какое-то время, он учился в Англии и потом он эмигрировал в Штаты, в Америку. Вот. А второй сын, Кунан, он... Ну, вот я думаю, что он скорее будет продолжатель, потому что... Да и сам Кедрадж, то, что он мне говорил, что вот он скорее здесь будет в будущем. Такая душевная семья, много было интересного. Что из себя представляет доктрина Кубджики? Опять же, я, смотрите, вот все, у кого я учился, я это все рекодрил. У меня много сохранилось, записано аудиофайлов наших бесед. К сожалению, просто не доходят у меня руки, да, то, чтобы все это перевести в формат стенограммы. Но, наверное, надо, потому что мы обсуждали и доктрину, и практики. Мы с ним много беседовали, что я могу рассказывать, что я не могу, кому. То есть, кому мог, могу, кому нет и, и, о, и о чем. Было, вообще Кубджика, то есть, это вот та богиня, которая очень сильно связана с тем, что известно как Кундалини сейчас, на данный момент. То есть, Кундала означает круг, то есть, скрученная, да? А Кубджа то же самое, то есть еще много у нее других имен, там Вакрика, например, да, то есть это богиня, которая свернута, сгорблена, то есть она погружается внутрь себя, то есть вот этот принцип круга, да, который вы вот, вы, вот эту концепцию встретите в, в каликраме, да, вот который существовал в Кашмире, круга как чакра, да, который существует в Шривиде тоже, ну вообще, в принципе, вот как символ пурнаты, да, гармонии. То есть, фактически во всех тантрических культах присутствует. И Кедрадж, он мне говорил так, что, в принципе, тут это связ... есть глубокая связь с йогой, потому что это Убджика, она богиня сжатия, да, самхары, то есть поглощение. Она погружается в себя, превращается в световую точку и переходит в состояние пустоты, да, акаши. То есть она как бы, когда видит шиву она как бы вдохновляется внутри у нее возникает жар а пробужденность и она погружается вот в этот в свое как бы состояние возбужденности внутрь что и, и как бы создает состояние такое сжатие, или как бы пройти вот и она растворяется в этом блаженстве внутри себя. Ну, это я так объясняю простыми словами. Так-то он много чего рассказывал на эти темы. Потому что она в себе познает Шиву, да, потому что она смотрит на Шиву и видит природу Шивы в себе. И через как бы погружение в себя она познает себя, и чем глубже она познает себя, тем как бы глубже она воспринимает Шиву также. То есть это кубджика это символ такой вот внутренней работы. Фактически это принцип, который вы найдете во, ну, во всех доктринах и в тантрических да и не только. мы всегда вот во всех духовных практиках погружаемся внутрь себя. Вот. И вот это вот свернутое скрученное состояние это и есть вот такой базис доктринальный, да, на котором все в общем-то и основано там. И вот этот образ Кундалини, то есть она сворачивается и сама обретает форму лингама, да, шива лингама. Вот потом, когда там энергия концентрируется, она наоборот как взрывается да, в виде звуковой и световой вибрации, пульсации такой. Да. Ну, вот так, то есть когда она начинает расширяться, из нее проявляются мная. То есть верх, а, а, амна это вот поток как бы раскрытия, да? И вместе с этим происходит передача как бы вдохновения, происходит проявление различных богов, учителей, которым она передает вот это откровение. То есть это называются амнай. Они есть везде, то есть они есть и в Шривиде, они есть и в Каливиде, и они есть в Кубджике. Поэтому это очень уникальный культ, но неварцы, они очень осторожны. Как правило, они, ну, как Кедрадж говорил, мы не доверяем даже индусам. То есть у нас свое видение всего на таком более экзотерическом уровне. То есть это базируется на ведах, они почитают Рудру, но именно как форму Свачанда Байрова. Свачанда Байрова, кто такой Свачанда Байрова? То есть в свое время в Непал стали проникать... Элементы из шайва-седанты. Из шайва-седанта они почитают садашиву. То есть это такая благостная форма Шива. Есть более грозные формы, такие как, например, Махакала, вот, в кашмирском шиваизме, тоже. Ну, там тоже есть свои формы Байровы, но есть так называемые Байрово-агамы, где практикуются панчамакары, в отличие от Шайва-Сиданты. Шайва-седанте этого нет это отличие. Ну, там много отличий на таком, на уровне практик. И вот это Шайва Сиданта, Садашева, то есть, если так вот посмотреть, там Митхила, да, вот эти север Индии, где были эти королевства, а вот туда Яджня Вальки, да, через него вот эти вот формы почитания Шивы, да, вот, которые связаны именно с белой Яджурведой, еще известные как Ваджасаны, Самхита, Туда это все попало в Непал. Сочетание вот этого грозного Байровы и Садашевы, то есть они нашли такой компромиссный вариант, который известен как Свачанда Байрова. То есть свачанда Байрова ⁇ это форма шивы, которая связана с его шахте с богиней Кубджикой. Когда они проходят посвящение там у Панаяны, и вот Неварское общество делится там на две категории. То есть первое посвящение – это Гаятри, но Гаятри именно Шивы. То есть передается Шиво Пасана. Первое. Второе – уже тантрическое. В основном связанное с западным ликом Шивы, почти Мамная. Что такое почти Мамная? я сейчас попытаюсь как-нибудь попроще это объяснить вот на каком-то таком телесном уровне, да, то есть вот есть стороны света. Вот наша правая сторона, да, это юг, левая – это север. Впереди нас находится восток, и запад находится, где спина. Вот в йоге известная такая асана, там пада почти матанасана, да, когда мы наклоняемся к стопам, да, и мы как бы погружаемся в себя. То есть если мы смотрим на вот стороны – на юг, на север или перед собой. То есть мы можем видеть, воспринимать как-то, да, но спину мы не можем видеть. Мы только можем закрыть глаза и погрузиться в себя внутрь. Соответственно, почти да, вот почему это нас, но почему говорят, что это активизирует сушум? Потому что сушум, да, мы только вот то, что внутри нас происходит, мы только можем это узреть внутренним взором. То есть и богиня Кундалини, да, она вот это внутренняя энергия. То есть она эм, отличается от Трипуры Сундари, но то, как говорил Кедарач Радж мне, то есть он говорил, что если ты практикуешь почти Мамнаю, то ты север, это у нас получается Кали, да, Гухья Кали, и Трипуры Сундари это юг. То есть если ты находишься как бы в центре, да, то ты как бы объединяешь их в себе. То есть ты объединяешь вот это темное и светлое внутри себя. Вот эти два канала, Ида и Пингала, они соединяются. Ну, хотя Трипура Сундария в основном-то она связана с верхом, да, то есть это верхняя связана с виде которая дарует Мокшу, освобождение, полное расширение, пробуждение. Но Какие бы ни были божества, мы всегда полноценно их воспринимаем только через какую-то внутреннюю реализацию. То есть, если мы глубоки в своей практике, то мы постигаем все остальные божества. Вот. И вот он мне говорил, что вообще в природе нет прямых линий, то есть в природе все округлое. Когда ты прямолинейный, знаете, если кто-то в карате занимался, да, вот там у них такие вот ломаные движения, да. То есть, если такое прямое сделаешь действие, то, то есть, можно отбить, да, там можно тебя потянуть как-то, да, то есть такие вот ломанные. Вот. А если это вот такие вот как бы гибкое действие, то есть, когда ты очень линейный, ты, ты становишься уязвим. То есть, вот когда такие как бы мы чувствуем опасность, мы сразу же как бы отходим назад, да, такой вот ретрит получается, да, для того, чтобы оглядеться, осмотреть всю картину целиком, потом, как бы, исходя из такого обзора, мы выбираем правильную стратегию и правильные действия. Поэтому она как бы это как бы основа совершенства, успеха, сидх. Это тоже недвойственная доктрина, ну, похожая на то, что мы встречаем в других недвойственных тантрах в кашмирском шиваизме. Мантры, там много мантр богини Кубджика – но частично какие-то вы можете встретить вот в последнем труде, который такой фундаментальный труд Дичковского, да, то есть он разбирает там эти мантры, но не все. То есть есть мантры, которые вообще не рекомендуется публиковать, и, и Кедрадж, он просто их от руки просто записал. То есть он сказал, что нигде не публикуйте ничего. То есть, да более того, мы когда даже, я когда помню, у него первый раз спросил там про кундалини, он говорит, что мы не просто там учим этим техникам каким-то, мы не, не просто им не учим, мы даже об этом и не рассказываем вообще. Говорит, что это настолько секретное знание, что я говорю, ну, как вот йога-центр, сейчас же там кундалини-йога есть по всему миру. Он говорит, нет, говорит, вот у нас это, это священное сакральное знание, поэтому мы даже об этом не говорим, если человек не дикшит, а если он не посвящен. Вот. И вот там много вот таких особенностей. Вот, например, там есть такие общественные храмы, например, тот же Пашупатина, да, вот он напротив его дома находится. Туда можно спокойно приходить, туда могут все приходить. Но там они считают, что вот эти общественные храмы для практикующих более низкого уровня, у них параллельно есть питхи там, вот вы можете это увидеть, если вы приедете в Бактапур, вы увидите, такие вот камушки лежат, да, а иногда просто, иногда и возле дороги могут быть, иногда прямо на самой дороге, ну, не совсем где там много ездит, а вот где-то каких-то заброшенных, под деревьями какие-то стоят, вот такие как камни, да, это называется питхи. Он говорит, Тантрики иногда приходят к этим питхам, они там что-то мысленно повторяют, да, и подносят там рис, цветы и чандан, сандаловую пасту, да, вот и про себя молятся. Он говорит, что питхи они, они считаются по силе более могущественными, чем общественные храмы. Я такой, интересно, я говорю, я видел это, конечно, да, но там просто обычные такие вот камушки, и там нет ни образа, ничего. Он говорит, да потому они сильные потому что это вот как бы такое слишком простое место которое ну не, не столь привлекательное да и поэтому тантрик он должен задействовать там свое пробужденное сознание чтобы визуализировать божество там ты обязательно должен быть пробужденным чтобы вот в обычном мире видеть невидимое задействован уровень, который надобыденный, эзотерический. Ну, знаете, у него и манера такая вот говорить, он всегда говорил вот каким-то таким вот открытым таким смыслом двойным. Это я помню, мы сидели там на кухне, там один ученик, то есть он начал говорить про Деви махатмин вот этот текст, а потом и параллельно там один ученик что-то там готовил еду на, нам, да, то есть и он так... Он чувствует, что уже много начинает говорить вот каких-то таких вещей, которые вот данному ученику знать не надо, да. Он говорит, ну, наверное, так смотрит на сковородку, говорит, наверное, еды уже достаточно. Я думаю, что мы на данный момент мы будем сыты. То есть он дает понять, что вот он, сказать, мы уже как бы вкусили вот этого просада, да и его знаний и говорит, потом продолжим и вот он всегда вот таким вот языком да таким вот двойным а этот ученик говорит что блин ну что за хрень вот тут опять там разговоры про какую-то еду много с ним было очень таких забавных таких моментов да мы помню приехали в брянск ну, я мало общался с своими родителями вот такой большой перерыв да и он говорит а я хочу вот их увидеть хочу с ними я говорю, да, хорошо, конечно, лучше, да. Встретились родители, ну, мама, но... она вообще в этом не особо-то, не в этой теме, да. Ну, сейчас она больше стала интересоваться, да, понимает важность mm -hmm. этого всего, да. Вот. Но она была очень впечатлена и говорит, что она же не знает там все эти тантры, да, там, какие-то мантры, там прочее, да. Говорит, о, какой человек, с каким благородным видом, да, вот. Какой мощь от него идет, да. интересно, говорит, я в этом не разбираюсь, но это просто вот реально ощущается. Да. Вот. У нее такая, ну, интуиция хорошая. В принципе, она без интуиции, там, 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 по-любому, это было как бы заметно. Я его свозил там, мы его свозили в Краевеческий музей, исторический, там у нас есть Брянские, на площади Партизан. Помню, мы там заходим. Ну, там реально, то есть, какие-то раскопки там велись, да там лук, стрелы, там какие-то щиты, кольчуги, какие-то остатки динозавров там, в общем, мы так это проходим, я ему там что-то рассказываю, Он говорит, а здесь есть какие-то гиды, говорит, которые ну, могут вообще помимо, то есть вот как... Посмотрю, я ему, говорит, я вижу здесь на русском написано. Я говорю, ну вот тут вот, есть, вот вот это, пожалуйста, бабушка сидит, ну вряд ли она, я ему на английском говорю, вряд ли она говорит, вряд ли она знает, там о... Английский может что-то вам рассказать, рассказать об этом. Бабулька, а бабулька такая, знаете, как, как, как вылезла из какого-то склепа такая. Why you think so? Такая. No, I know English, I can explain. Значит <laughs> на английском таком, ну, хорошем, английском таком говорить. То есть, в общем, так неожиданно для меня, да, я уже как. Не ожидал тогда, душевно так поговорили, такая душевная бабулька оказалась, да, и вот он потом оставил там, в конце говорит, она говорит, можете оставить как бы свой отзыв, а я говорю, что ну вот он знает несколько языков, он знает английский, хинди, санскрит и неварский. Она говорит, ну какой ему язык ближе всего, я говорю, Кедраж говорит, неварский, наверное то есть это родной язык, mother там. Я говорю, Гуруджи, ну, можно написать отзыв. давайте он напишет и на английском, и на неварском. Вот, и такой он там написал на неварском языке, да, и на английском одновременно. Вот что вот он там посетил, и такой вот знак, <социт> исторический так, вот, такой момент. Очень редкий гуру приехал, да, вот, редкий для России, да. Но мы это нигде не светили, потому что к тому времени я увидел столько всякой нечисти, столько каких-то отморозков помоечных, да, вот, которые себя там тантриками называли. Мне просто, ну, я понял, что мы не будем делать никакой общественной программы, потому что ну, реально просто такое количество мрази, что ну, мы поняли, что будем держать дистанцию. Ну, не знаю, нравится это кому-то, не нравится. То есть я говорю, как есть просто. Вы поняли, что... Некоторые прознали про это, пытались там подбивать клинья, да, но я, я знаю, что это люди с поведением таким, проституты, которые продадут тебя вот при первом удобном случае. И я решил, что мы вот просто в своем таком надховском кругу, мы очень душевное было общение, потом там в Ригу приезжал, в Италию там его свозили, в Рим очень... Просто было замечательно. Помню, там, где я живу, вот в Брянске, недалеко от Свенского монастыря, это а есть здесь какие-то местные храмы? ну да, но это все там православные. Ну что, поехали. Вот, и мы поехали. Ну, там, на самом деле, это в пешем расстоянии такое историческое место свенский монастырь. То есть, там жил пересвет вот который ну, был монахом да и который сражался на Куликовском поле да вот Куликовская битва то есть он жил в этом монастыре древнее такое место реально такое мощное потом дуб там такой есть под которым Петр Первый сидел и мы туда сходили такой небольшой храмик внутри реально очень мощный видно что такой там еще вид такой знаете вот такой обзор такой прям с горы, да, там много там этих километров, там прям уходит вдаль. Река Десна течет в подножье этого, этой горы. Очень сильное место. И он туда приехал и говорит, что да, вот ощущается, что здесь место такое. Видно, что напужарили. да, да. Вот, он говорит, что ну, это тоже благословение богини. Ну, такое он -то умел чувствовать, да. Вот, и это очень спокойное место. Ну вот, в общем, вот так вот, немножко я, так сказать, я многие истории просто не рассказываю, хотя мог бы, наверное, касаемо учителей, потому что у меня очень много завистников и будут все перекручивать, переиначивать, трактовать как-то там для меня эти вещи священные, поэтому я так скольз только упоминаю. Да, ну вот чем вообще уникальна эта традиция, то, что действительно вот богиня, то есть Кубжика, смотрите, она присутствует и в Шривиде, потому что там тоже есть Амная, то есть как почти Амная, она там есть, но просто там ей не уделяется столько внимания, вот сколько среди неварцев. Там это ну, почти Амная считается главной. В Кали виде тоже она встречается, но как самостоятельный культ, то есть фактически ну, исчезла в Индии. В Камаке тоже она почиталась когда-то. Ну вот, если вот так вот в двух словах вам рассказать, да. Хотя Кедрадж э, мне тогда дал большие полномочия перед своим уходом, то есть это было в Риге, это был последний вот, там, визит туда, да, провел порно дикшу, да. Там, вот это все это, там это как раз было на Варатре, то есть в Наваратре мы все это организовали. Много с ним беседовали по поводу именно этой богини. Вот какие есть параллели там со Шривиди, с вот, Балой Сундари, которая известна как Бала Сундари Йога Майя в Надхасампрадае, да? Очень глубокие связи. Я думаю, что на каком-то раннем этапе там действительно были глубокие взаимодействия. И ну вот насколько я понимаю, какие-то элементы, которые исчезли, например, вот в кашмирском шиваизме, да, они сохранились именно в Кубджике. То есть частично что-то сохранилось в Шеревиде, вот, но во многом в Кубджике. И действительно, вот те мантры, которые вот эти богини Трика – ну в основном там Алексис Сандерсон вот эту вот, тему он, он ее касается да но на основе того что вот, сохранилось у неварцев да, можно иметь какие-то доказательства иметь какие-то сделать какие-то выводы о том в каком виде вот существовала традиция трикашасы да, кашмирского ну то что сейчас называют кашмирский шиваизм. вот и вот Дичковский он как раз в связи с этим и копал глубоко эту тему. Но я думаю, что он все-таки больше приверженец именно кашмирского шиваизма, да, вот, который он получил с вами Лакшман. Вот, он тоже человек больших знаний, серьезный такой гьяни. Но, понимаете, проблема в том, что какие-то элементы, которые вот на таком на очень прикладном уровне практикуют неварцы, они их не открывают. Говорить об этом можно только вскользь, если это не твои ученики. Чем больше вот идет время, я понимаю, почему они так делают. Они совершенно правы. Потому что если разбрасываться да, бисером, то ну, это ударит по твоим можно просто потерять сиди. Если практиковать все правильно, то действительно появляются определенные успехи, да. И в садане, и вообще вот ну, на, на садану много чего завязан. Ну вот, вот, наверное, ее элементы вы найдете, ну фактически, ну во многих традициях. Шиянтре это обычно как бы центр шиянтры, потому что самхара крама, да, то есть она как бы сжимается в бинту, да. Это так, как бы божество Куджика, она такая как бы и Саумия тоже благая, да, и одновременно Угра, вот, и ее эта природа отражается в таких ее аспектах, как, например, там Сидьи Лакшми, она называется Лакшми, да, но на самом деле больше напоминает Кали, потому что она такая с черепами, то есть она там пожирает демонов, такая вот как бы ну, на трупе, то есть это не, не та вот Лакшми, которая вот то есть у них очень такие особые божества вот это Сиди Вакшпи она то есть был там один король династии Мала которому она пришла во сне то есть она в себе сочетает вот эти два полюса то есть такая богиня равновесия баланса да через которые вот эти два полюса через которые как бы происходит вот охват вообще ну буквально всего пару слов наверное я скажу по поводу Крия Йоги то, что вы спросили. Ну, смотрите, я не то, чтобы там верю или не верю. Я так вкратце скажу, что э, лагири Махашая на, на хинди пишется Махашая. Индусы так пишут. Вот. Но, видимо, там эти транслитерации, да, многие махасая произносят. То есть его история, да, о том, как он встретил этого Махаватара бабаджи как, как называл что там история да что вот он его встретил да и он а, позвал его по имени тот тут был очень удивлен что тот знает его имя и вот ему сказал что вот он ну опять же как это все изложено со слов вот этих учителей да что у них связь прошлых жизней что он должен ему передать вот, эти практики крий йоги ну что интересно сам Махири Махашая, он говорил, что это форма раджа-йоги на самом деле. Потому что само вот это понятие крия-йога ну, встречается. Ну, наиболее ранние упоминания это в сутрах по Мы знаем, да, то есть это сочетание там Тапаси, Свадьяи и Ишвара Праниданы. Ну, я не буду сейчас это разбирать во всех деталях. То, что из себя представляет эта практика, это кечери мудра, и ряд еще как бы техник, да, там Махамудра, Йони-мудра наблюдение за теми процессами, которые вот при выполнении этих мудр такое созерцательная практика. Это взято из надховских текстов, на мой взгляд. Ну, это для меня вполне очевидно, потому что Йогананда, он жил там в Гуракпуре. То есть мы о вот этом Маха Аватаре Бабаджи знаем только из книг Йогананды, ну и других каких-то учителей. Опять же, что я тут могу говорить, если я сам не видел? С одной стороны, я понимаю, что в Индии, если принимаешь саньясу, тебя не должны называть по мирскому имени. И со слов Вахири Махашаи, то есть вот этот Бабаджи, да, он говорил, что нет у него никакого имени, просто вот Бабаджи, да, и все. Бабаджи Махарадж. Вот. Ну, ну так, так всех там называют, понимаете. То есть какой-то детальной информации нет. Можно только исходя из того, что вот описали эти учителя, и произошло это не так давно, ну, буквально там, ну, чуть больше ста лет. Соответственно, сама информация. Да, что там встретили в Бадринатхе. Ну, в Бадринатхе, ну, знаете, вот если вы были в тех районах, да, там, где вот Кедарнатх, действительно такие особые места, да, где живут или туда совершают паломничество масса индийцев, да, там какие-то Топасви, там, некоторые остаются жить там в пещерах. Там действительно есть йогины, которые глубоко погружаются в практику, то есть а те места, они на зиму закрываются. То есть и там ну, несколько только охранников остаются, то есть там выживать не так-то просто. Но есть какие-то вот саду, которые... И вот их называют бабаджи. Да? И вот какой из этих бабаджи, то есть вот попробуй ты там найди. Вот. Ну, конечно, можно это все сказать, что да, это, на это нужно особое благословение, вот, чтобы такого встретить. Но Просто было каких много каких-то других персонажей, например, вот Хайдакан Баба, да, был такой, вот, которого некоторые отождествляли с этим вот бессмертным там Бабаджи, долгожителем, да, и судя по описанию, это все-таки был не тот персонаж, да. Вот. Потом были и другие, которых ну, вот на Италии там один был. Ну, довольно были странные истории, я не хочу сейчас этого касаться. Вот. Ну, в общем, в конечном счете тоже он оставил тело. Ну, несмотря на то, что, да, возможно, то есть этот учитель тоже был с определенными талантами. Ну, тоже очевидно. Вы знаете, многие вот ссылались, что вот это вот тот самый Бабаджи, которым писал Йогананда. Ну, в общем, непонятно, про кого он там написал, да. Понимаете, я говорю только о том, вот кого я лично видел, причем, ну я так вам скажу, что я видел йогинов и знаю до сих пор таких йогинов, у которых есть реальные сиджи, серьезные сиджи, то есть все, кто, кто что-то практикует, какие-то сиджи у них есть, конечно, вот. ну просто разного уровня. Какие-то могут вам что-то демонстрировать, какие-то нет. То есть это тоже на это должна быть воля свыше, воля Шивы в Индии для многих последователей, для учеников их гуру ну, фактически является Шивой. Ну, как бы спорить здесь, вот, кто для кого кем является в свое время. Вот, было много каких-то идиотических историй, да, когда я после Индии там разные йога-центры меня стали приглашать, и ну, и некоторые из них себя просто стали вести просто по-хамски, там, в наглую. У нас есть вот такой-то гуру, он там живет, вот он там практикует крия йогу не проблема. А ты-то кто такой, там, вот такой вот, и, вот и пацанские такие дела, там, йоговские. Ну, конечно, не какие-то, не йоговские, это сумасшедший дом, да. Вот, я смотрел на них, как просто на психически больных, да. Моим ученикам это все не понравилось, то есть в каком стиле они разговаривают. Они сказали, ну а что вы решили, что вот, вот ваш гуру выше, а наш гуру ниже там? А, -а, -а как вы посмели? Вот так посмели. Ну просто, чтобы вы понимали, что привыкаете к тому, что каждый доверяет тому, кому он доверяет. Если вы экзальтированы от своего учителя, это не повод наезжать на тех, кто является учителем для кого-то другого. Вот, хотя там не было никакого наезда на их учителя, вот, но они просто очень хотели, некоторые из них очень хотели конфликта. Ну, если ты его очень хочешь, конечно, ты его устроишь. Ну, то не устроили. Кто-то там просто пытался одному владельцу йога-центра, один человек, который был недоволен мной с какими-то обидками пошел и ему рассказал, что я якобы про него вот, -вот говорил что-то плохое, хотя и этого не было. А мне он пытался наоборот говорить, но я это быстро распознал. Но я это распознал, а тот не распознал. А раз он не распознал, ну значит для меня это показатель его уровня, да, он даже не попытался это выяснить, ну значит он, ну это о нем говорит. И, значит повод прекратить общение о чем можно, если человека вот так вот можно водить за нос, да, то ну, это говорит обо всем. Вот. И вот тоже вот это все там, какие учителя там в крио йоги продвинуты, какие не продвинуты. Это же все, понимаете, ну, ну тут не о чем говорить. Одно я только хочу сказать, что я верю тому, что я вижу своими глазами. Например, я знаю, вот есть разные учителя в крио-йоге. Вот, например, Ракеш Пандей. Вот как мы встретились с Ракеш Пандеем, тоже вот очень удивительно. Ну, фактически я его, вот так же, как и Вагиша Шастри, то есть я его открыл для русскоязычной среде. Про мои вот эти все заслуги пытаются, ну, те, кто меня недолюбливают, скрывать. То есть вы, вы вообще можете, конечно, задаться вопросом, а как вот можно тебя там недолюбливать, там ненавидеть, там и так далее. Я не знаю, как, это, это не мои проблемы вообще. Я могу, конечно, из себя изображать беду, дурак, чтобы. Ну, я и так пытаюсь это делать изо всех сил, Но, понимаете, Ну, понимаете, у сил-то есть свои рамки, понимаете, и если я не очень-то постарался в этой области, мое нормальное состояние вызывает какую-то зависть и... и прочие нездоровые чувства, ну, что я могу здесь поделать, да? На самом деле я достаточно сделал для русскоязычной, ну, йоговской и не только среды. Вот в Шастри, да, многих я туда к нему свозил, и там у него посвящение получали. Потом его еще и в Россию приглашали, я знаю, там и Ракеш Пандей тоже. Ракеш Пандей очень интересный. Вот он как раз мастер крия-йоги, живет в Баранасе. Один раз я туда ехал на поезде, как мы с ним встретились вообще, в общем-то. Сейчас я расскажу эту историю, как это все произошло. Знаете, в Индии всегда вот какие-то чудеса происходят, ну, вроде не чудеса, я видел посерьезнее какие-то вещи, да, людей там, если можно их так назвать сидгами, да. Ну, давайте я расскажу что-нибудь попроще. Вот я еду в поезде, где-то, при... ну и одет в надховскую одежду О, богова вот это. Бастро. Еду в поезде, мы подъезжаем к Бинарису, да, уже там часок где-то остается. Напротив у меня сидит какой-то мужчина, он мне говорит, что типа, вы из Надха сам и я говорю, ну да. Говорит, ну я вижу по виду Джанел там и так далее. Я говорю, ну да, да. Он говорит, а почему такой выбор? Я говорю, ну как, ну, йога, я с йоги начинал, и вот, в общем-то, все это продолжается до сих пор. <laughs> а он так говорит, что ну, я тоже йогу практикую. Я говорю, о, да, интересно. Говорит, ну, в йоге есть разные методы. Я говорю, а что вы практикуете? Говорит, ну я практикую Крия-йогу. Говорит, ну, интересно. Да, я слышал, да, там Крия-йога. Я говорю, у кого? Ну, вот есть такой учитель. Он назвал его имя Ракеш Пандей. Он очень уникальный. У него есть сиди, вот, который набрел благодаря хатха йоге. Также он меня учил редким практикам, например, ваджроли крия. О, интересно. Мы стали стали с ним обсуждать практику ваджроли, Рассказал, какие изменения. То есть сказал, что вот он у него учился. И он мне написал адрес на бумажке. Ракеш Панде. Как его найти? Вот. Я положил в карман, а там брюки такие были, но ну, карманы какие-то неглубокие. Ну, приехал, сел в рикшу, приезжаю, там был такой Синг гест хаус кажется, там, да. Там останавливаюсь, лезу в брюки, вижу, ну, бумажки нет. Блин, думаю, ну, вот, вот же, ж, блин, досада-то какая. Ну, все, теперь, ладно, ну, что поделаешь. И я как-то думаю, ну, ладно, значит, не, значит, не надо мне туда, значит, не судьба. Вот. Ну, ладно, пойду, думаю, прогуляюсь. Иду, значит, по не по гатам, а там по верхней части, вот так вот прохожу, чуть-чуть спускаюсь вниз, потом опять иду там в улочки такие, в бок. Иду, 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 иду. Это все в тот же день. Представляете? Голова такая поникшая, ну, что-то там как-то я в какие-то думки впал, да? Иду, иду, иду. Потом у него дом как раз на тот момент. Сейчас он, по-моему, его продал и в другой переехал. Останавливаюсь, нужно дальше поворачивать вот вправо. И я смотрю, такая дверь передо мной стоит. Поднимаю глаза, и там такая вывеска. Йога-чарья, Ракеш-Панды. Я так, опа. Думаю, вот это да. Это кажется, имя того, вот, про кого мне рассказывал. Думаю, так. Это очень интересно. И Я начинаю стучаться в дверь. А вот, ну, вот где вот Ханумангат, там его дом. То есть стучусь, значит. Аркеш Пандей открывает дверь, и я говорю, мне я говорю, мне нужен Аркеш Пандей, на него. Он так молча на меня смотрит, говорит: проходи. Я понял, что это он. Прохожу, он так смотрит, говорит, какими судьбами. Я ему начинаю рассказывать всю эту историю про поезд, да, имя вот этого индийца. Он говорит, да, я его знаю. Он мне говорил, что вот получал от вас Баджоли мудру. Он говорит, да, да, я его учил. Он, он очень коротко говорил, молча. Говорит, мне как раз, ну, мне это очень интересно. Он говорит, что Ну, там есть последовательность в освоении этой практики. Я говорю, да, да, я говорю, вы же лучше знаете, то есть я все принимаю как есть, и вам видней Он так сел, так помолчал, где-то полминуты сидел, молчал. Потом говорит. Встанешь рано утром, э, сходи, купи кокос, цветы, гирлянду и приходи в 7 утра сюда. И говорит, я тебя буду учить. Все, вот, вот так это все было. да? Я это все сделал э, и ну, встал рано утром, пошел, сделал омовение в Ганду. Кокосы закупил заранее, там цветы. Я ничего не просил, то есть я просто, мне интересовала просто самотехника именно в Аджироле. Потому что я разное слышал об этом, да, и разные версии этого всего, скажем так. Что-то я и раньше, ну, у меня уже был подход к этому делу, то есть я получал передачу, да, но это скорее была такая практика именно Байровой мудры. Вот. И, ну ладно, об этом сейчас не буду в деталях. Я, значит, прихожу, да, и вот он сам предложил. Ну, я понял, что он серьезный человек, да, вот я тоже к этому отнесся очень серьезно. Мне все равно, крия-йога это была бы, не крия-йога. Вот. Меня конкретно вот Баджоли Крия интересовало. Вот он пришел, он сказал, что базис на основе кечери мудры. Мы провели там пуджу у него прям дома. И он стал объяснять кечери мудру. Ну, именно вот технику чаваны. Талаби Крия, там так называется. Ну, и стали потом общаться. Ну, очень интересно я стал больше копать эту тему, но в конечном счете я понял, что система это недавняя, да, то есть она, ну, судя по именам учителей, это, скорее всего, были, это все были последователи Дашадами. А йога заимствована частично из веданты, частично из надхов, где-то на основе Патанжели, но в большей степени из надхов. Знаете, я, может быть, и не стал бы погружаться в эту крия-йогу, да, потому что ну, надхасом продаем, мне достаточно надхасом продаем, Я никому не рассказывал вот этот момент, но я понял, что вот это, такое случайно быть не может. То есть я выбрал отель, Син там, ну это где-то, может быть, ну чтобы не ошибиться, ну может где-то полкилометра от дома Акеш Пандея. Я ему все это рассказал. Ну, хотите, верьте, хотите, нет. В принципе, ну, те, кто не, мне не верят, те, хоть что-то там доказывай. Да? Я понял, что лучше этого не делать вообще. Но, по крайней мере, есть тот человек, да, с которым я встретился тогда, его знает Ракеш Пандей, то есть это всегда можно проверить. Ну, вот как я рассказал, вот так оно и было. Да? Вот эти знаки, да, я расценил, как их, что их нельзя иг иг игнорировать. Мы говорили об этом с Ракеш Пандеем, он сказал мне, что это будет, ну, он очень уважительно относится к Надхасам знаешь, он знает, что я в Надхасам прадаю, да, что я гуру Надхасам продаю что я учу этому, вот, но он отнесся, сказал, что, ну, пускай это будет вот мой вклад с моей стороны для твоей деятельности. Удивительный э, учитель, да, и чем э, уникален, что вот он никогда, я не видел, чтобы он за глаза там какие-то вот плел интриги, да, вот как многие индусы этими занимаются, да, никогда не шел через мою голову ради какого-то прогресса. И, честно говоря, даже когда те, кто там в каких-то йога-центрах, ну, ну, видимо, они меня видят, видят, как видели как конкурента, ну, это вообще бред, честно говоря. Я, я даже это комментировать не хочу. Это реально клиника, да. Но. Я не возражал. Он меня спрашивал, говорит, что нужно ли мне иметь с ними дело. Я говорю, что городжи должны понимать, что у них ко мне свое особое отношение. Но давайте так это оставим. Просто если они вам начнут там как-то на уши садиться, да, чтобы просто вы понимали. Да? Ну, вот, так, вот такая это среда. То есть не я ее создавал и ничего с этим не поделать. Но если вы чувствуете, что то есть они так сказать готовы купить вам билет, готовы как-то вам помочь, я только за и ну я спокойно отнесся, да, что они там брали какое-то у него интервью, да, там куда-то там приглашали его, вот, потому что ну, почему нет, то есть если это для его блага, то я не возражал. Ну и заодно я решил вот посмотреть, вот как оно будет складываться, вот чисто человеческие качества, то есть будет он там участвовать в каких-то вот этих интригах, да, каких-то помоечных, в которых, ну, надо честно сказать, некоторые индийские гуру охотно участвуют, участвовали. Вот. Ну, это, я думаю, комментировать не надо. Вот как есть, да. Ну, это тоже говорит о многом. Для меня вот все эти практики, сампродаи, понимаете, они, они что-то значат только тогда, когда я вижу, как это отразилось как минимум на человеческих качествах вот данного человека, вот этих людей. Да? Информированность, там, академизм какое-то знание, да? умение даже делать чисто внешне красиво какие-то техники. Это все ни о чем, если человек является говном. То есть если в нем это говно усиливается вот, благодаря вот этим всем вещам, то значит для меня это показатель, что практика неправильная. Вот и все. Мне кажется, вот так вот это и надо всегда рассматривать. В связи с этим я хочу вот заметить, что Ракеш Панды, он никогда за спиной там вот этих каких-то муток не делал. Для меня показатель, что я не знаю, кто как его там воспринимает, да, но для меня этого достаточно тема такая непростая. Ну вот касаемо самой крия-йоги, да, я не знаю, то есть я не могу сказать не то, что я верю, не то, что я не верю. Любые истории, я могу говорить только о тех историях, с которыми я имел лично дело. Если я видел какие-то сидьи, вдохновляющие какие-то процессы необычные, вот об этом я могу смело говорить. Ну, когда там просто говорится, ну, Бабаджи, ну, вот это, это слово, сам, это сам этот термин, его используют в отношении всех баба, всех саньяси. Баба, говорит, баба, да, джи, да, такая вот уважительная там приставка. Любого магараджи так называют. То есть у нас нет достаточной информации, но в любом случае, если человек там в какой-то традиции, да, у него есть какое-то имя. Бывает так, что несколько имен, да, там, вы меня можете там называть там Матсендранадх, да, там Матендранадх, Матсешварнадх. И, и было немало учителей, у которых были разные имена. Вот у Мадвы там были несколько, вот там был Гьянанадх, Гьянешварнадх, были такие Гьянадев, Дев, а, Махараштри. Один и тот же персонаж, но вот как бы с разными именами. Все равно какие-то были имена. Здесь ну, сами эти учителя говорят, что он предпочитал себе никак не называть. Значит, это какая-то или редкая какая-то история, или... Ну, я не знаю. То есть я не могу здесь давать какой-то оценки. Было это или не было? Кто это был? Об этом могут говорить только те, кто его встретили. Ну и надо понимать, что были случаи, когда вот за, за того персонажа себя выдавали ну, не совсем как бы, пусть это люди тоже что-то практикующие, да, там, пусть и они могли быть какие-то там достаточно душевные люди, да, я не знаю здесь, не могу чего говорить, и, и, и я их тоже не видел, да, кто-то их встречал, да, кто-то с ними общался. Я не знаю. Тем более, ну, я привык э, все-таки исходить из каких-то конкретных фактов. Поэтому не могу сказать ни да, ни нет. Знаете, это как вот некоторые атеисты, они говорят, что Бога нет. Вот доказано. Ну как доказано? Это не доказано ни что он есть, ни что его нет. Соответственно, если я верю, что Бога нет, то тогда это тоже вера. И тогда атеизм тоже становится ну, религией своеобразный. А если они как бы исходят из научного подхода, то научный подход, он не может и отрицать Бога. Понимаете? Он не может говорить сто процентов, что вот он существует. И точно так же он не... Потому что он не нашел доказательства, что его нет. Мы какие-то можем там найти доказательства, слетать на Луну. Луной все не ограничивается. Поэтому там, если это, допустим, например, честный атеист, ну тогда он уже и не атеист, потому что он честно скажет, что я не знаю. То есть я в процессе, и наука в процессе, и вот поэтому она и наука. Ну, на данный момент то, что мы видим, вот как называется ну, наука, это не наука, это культ. Ну а то, что мы видели последние там года три, это не просто культ, это тоталитарный культ именно. Такой, которого мы еще не видели за всю историю. Я не побоюсь такого определения. Ну, потому что на эту тему есть пока что вот бастион. Вот там я на эту тему сказал, я думаю, достаточно много. Ну, наверное, на сегодня все. Я затронул два эти вопроса, две темы. Я думаю, этого пока что достаточно. Вот шубамасту.